Внуки народной артистки России Татьяны Васильевой уехали из Германии в Россию, потому что они столкнулись с некоторыми странностями и низким уровнем образования. Об этом актриса рассказала в программе «Секрет на миллион». По словам Васильевой, ее наследники вернулись на родину, потому что в Германии около 2 лет назад появились учителя-мужчины, которые приходят на работу в женских колготках. Актриса отметила, что уровень образования в Германии на порядок ниже, чем в Москве. Также звезда добавила, что в немецких школах дети разных возрастов ходят в общие туалеты, что она считает недопустимым. Актриса подчеркнула, что ее внуки самостоятельно приняли решение жить и обучаться в России, несмотря на то, что им придется наверстывать российскую школьную программу.